Вот уже вторую неделю в Центральном парке работают строители. Пока огорожен только участок между фудкортом и Дворцом культуры Яуза. Однако вскоре он будет расширен. Задачи, которые им предстоит выполнить в рамках первого этапа реконструкции популярной зоны отдыха, амбициозные. В 2020 году по решению Министерства благоустройства был определен объект, это наш Центральный парк. На 2021 год мы выполняем мероприятие по благоустройству 4 гектаров этого парка. Основная площадка – это территория около Центрального дома культуры. Вот. Что мы выполняем? Первое – это полная замена инженерных сетей на той территории. Устройство нового покрытия, плиточного покрытия, асфальтового покрытия, замена опор уличного освещения на современные светильники. Все, что есть у нас в воздушном исполнении, убираем все под землю, то есть никаких проводов на опорах больше не будет. А также проводим мероприятия по дополнительному озеленению, по ландшафтному дизайну, по изменению функциональных зон. И также размещаем дополнительный вот этот спортивный объект, как скейт-парк. Уже в этом году в Центральном парке появятся малые архитектурные формы в современном исполнении. Например, причудливые скамейки из арт-бетона, актуального сегодня при оформлении уличного пространства материала. Также планируется построить амфитеатр, навес, под которым разместят садовую мебель. Претерпит изменения территория вокруг памятника мытищинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и набережная реки Яузы. Мы берем центральную аллею, где у нас установлены новые торговые объекты, и правый берег Яузы. То есть это у нас вот границы выполнения работ по первому этапу, который у нас заложен в 2021 году. Первый этап реконструкции завершится в сентябре. В будущем планируется расширить мостик влюбленных, создать на территории Центрального парка агрошколу, современные игровые пространства для детей, разбить народный огород, проложить экологические тропы, сделать многое другое для того, чтобы мытищинцы всех возрастов чувствовали себя здесь комфортно. Проект будет реализовываться в течение нескольких лет. Таким образом, Центральный парк Мытищ войдет в структуру парка Яуза, единого рекреационного пространства протяженностью свыше 20 километров, которое соединит Москву и Подмосковье.